Привет, меня зовут Норт, ты на канале Rocket Play, и мы продолжаем игру под названием Breeze Edge. Либо Breeze Edge, по-моему, или как они там называли разработчики это все дело в нашем переводе. Настройка игра, в смысле? А, у меня настройки. Я чуть-чуть понизил разрешение, поэтому... Так, игра. Играть. Сохраночка. Я, честно говоря, не сильно помню, на чем мы там остановились, сейчас проверим. У меня тут обоина. Сон в кровати восстанавливает здоровье. Более банально придумать не получилось. Но, как я заметил по предыдущим записям, их почему-то не показывают. Поэтому у тебя сейчас будет черный экран с моей рожей. Поэтому, вот. Если у меня получится найти эту обоину, я тебе ее покажу и вставлю. Не знаю, получится или нет, поэтому уж не серчай. Так, что-то нам... сейчас, секунду, я себе погромче сделаю, а то я выкручивал громкость. Так, здоровья у меня не очень много. Пей. Ешь побольше, пей не очень. Я немножечко понизил с эпичного на высокое, поэтому теперь это будет все гораздо стабильнее работать, потому что стояло максимально эпичное. И немножечко это дело подвисало. Так, подожди. Давай посмотрим. Оп, не туда нажал. Что там? И, да? Нет, не И. Тап. О, тап. Посмотрим, что же нам нужно сделать. Еще раз. Это достижение. Энциклопедия, пища, снаряжение, ресурсы и журнал. Задачи. Доберитесь до точки эвакуации, создать, взять в руки, понятно. А выполненные у нас, вот выполнены. Доберитесь до точки эвакуации. Так, для того, чтобы добраться до точки эвакуации, мне нужно шлем сделать вот этот вот улучшенный. Для того, чтобы сделать улучшенный шлем, снаряжение, по-моему, да, мне нужно стекло, свинцовая краска, алюминий. Пластик у меня уже есть. Мне нужно сделать секатор, чтобы отрезать резину, по-моему, да. Улучшенный скафандр. Защита от радиации. Защита от радиации. Скафандр, конечно, лучше. Но в любом случае свинцовая краска и алюминий. У меня нет ни того, ни того. Кислородный шарик. Кислородный шарик у меня... у меня кислородная свеча есть. Хорошо. Так. Стекло, свинцовая краска, алюминий. Либо 4 алюминия, 2 свинцовые краски. Мне нужно из инструментов создать что-нибудь. Щуп. О, модификация чесалки, хорошо. Очищенный металл, алюминий. Но алюминий, опять же, у меня нет алюминия. Толщина изолента. Очищенный металл. Но очищенный металл я могу себе сделать, у меня металл есть. Ресурсы. Толщина изолента, давай создадим. Вот, поехало создаваться это все дело. Вот, очищенный металл 4 надо. 4, у меня 2. Поехали, соберем еще металла. Место эвакуации это аж туда. Так, что у меня тут рядом? Вот я вижу. Шарик. Один. Так, по-моему, альт, да, альт, тормозить. Тормозить свое передвижение, а не вообще, поэтому... Смотри, не перепутай. Прочность 10, хорошо. Разбить другой кнопкой. Замечательно. Еще фонарик мне сюда. Так, все. Я взял очищенный металл. У нас сейчас будет заканчиваться кислород. Я, наверное, съезжу вот туда, сразу возьму еще очищенного металла. Заходи, заходи, заходи. Подыши. И полетели сразу же. Вот здесь вот очищенного металла наберем. Хотя я, в принципе, вот так вот шарик вижу. Один. Вижу шарик воды. Один. И где? Вот. Далеко улетел. Так. Взяли, взяли. Стой, взяли. Все, дальше не успею. Ой, куда это я? Заблудился немножко. У нас, в принципе, дыши еще хватает. Но не очень много у нас его, поэтому не будем экспериментировать. Так, очищенный металл я очень много набрал, поэтому давай сделаем хотя бы 2 очищенных металла. Да, как раз нам, собственно, 2 и хватит. Снаряжение, инструменты, мы можем сделать дрель.
Для чего она нужна, я не знаю. Давай сделаем дрель. После чего еще поедем собирать металл. У меня чесала хватает, лома в смысле. И будем искать алюминий. Попробуем с тобой поискать алюминий. Я на этом деле сохранюсь. Пойдем дальше. Пособираем. А стой, 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 не пойдем, не пособираем. Не пойдем, нет, 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 нет. У нас мало воды. Вот. Так-то лучше. Теперь пошли пособираем очищенный металл. В смысле, просто металл. У нас очень много всего рядом летает. Так, где-то еще... Вот, прямо перед носом я не вижу. Прямо перед носом, а я не вижу. Так, 6. 2 у меня было, то есть 8. Вот это что такое? Металлическая пластина, то же самое. Просто она так красиво в тени спряталась, поэтому вот так вот выглядит интересно. Фонарика тут очень не хватает. Я помню, спасибо. Вот еще у нас есть 2 места, куда можно слетать, посмотреть. И потом надо подлететь, попробовать. У нас там есть какое-то подмерзание. Детка, ты пробовать преодолеть радиацию без скафандра? Обязательно попробовать, вдруг это нас спасти. Угу. Обязательно, обязательно. Только тебя выключу, чтобы ты мне тут не болтала. Так, значит, собственно, раз. И еще раз мы можем сделать очищенный металл. У меня очень много батареек внезапно. У меня очень много грязной воды внезапно. Поэтому полетели мы с тобой еще пособираем вот это вот дело. Заодно посмотрим вот эти вот обледенения рядом. Получится ли мне их пособирать благодаря дрели вот этой вот замечательной. А, это щуп требуется, понято. Штурвал. Штурвал у нас все, не алё уже. Так, что у нас есть рядом? Есть рядом у нас вот эта вот штучка. И все, и кислород у нас заканчивается. На этом. Поэтому полетели. Создадим. Подышим и создадим еще один металл. Очищенный. Ресурсы. Еще один очищенный металл. Есть 4 очищенных металла. Так, снаряжение, инструменты. Алюминий остался. Экипировка. Свинцовая краска, алюминий. Свинцовой краски нету. Свинцовой краски, к сожалению. Стой, 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 стой. У меня очень много вот этих вот вещей. Привязанных к слоту 3. Привязать к слоту 1. Но это пока не будем привязывать. Так. Вот тут у нас что-то интересное. И ничего это такого интересного здесь нет. Опа. Разбить. Батарейку взял. Металл взял. Хорошо. Ты, главное, не улетай далеко. А то они имеют свойство от меня убегать. Так, тут больше ничего разбить нельзя, да? Вроде как. Ёлки. Я же заблудился немножко. Значит, что у нас? Пластик добыть. Хорошо. Ага, я помню, спасибо. О. Гуд. Вот мы и почти добрались до нужного нам числа металла. Я до сих пор не разобрал, зачем нам тут ерунда нужна. Давай еще раз почитаем, что это такое вообще. Что нам все нужно сделать, я не помню уже. Не-не-не-не-не-не-не-не. И взять в руки. Заявить о наличии уникальной системы прокачки в игре. А, и все, да? Ясно. То есть действительно очень полезная штука, которая бесполезная. Сканировать. Нечем. Отдохнуть, спасибо. Что у нас здесь, я не помню. У нас здесь очень много воды, очень много еды, очень много... Очень много всего. Мы можем создать еще один металл. Мы можем выложить одну батарейку. У нас очень много проволоки, которую я пока тоже не придумал, куда использовать. Так, вот эту ерунду, навязанную разработчиками, надо куда-то поставить. Наверное, давай ее вернем
туда, где она была. Ударить себя мы не будем больше. Повернуть. А как повернуть? А, крутить надо. Окей. Вот. Пусть это... Радость тут валяется. Вот так. Создадим еще один очищенный металл. Пока нам это позволяют ресурсы. И поплыли... Да... Стоп. У меня появилась еще одна. Вот. Привязать к слоту. Давай слетаем еще, посмотрим, что у нас здесь в округе. Рядом есть вот это вот что-то. Наверняка, да? Да. Астероид. Это кто-то на улице едет куда-то очень сильно. Я уже не помню, честно говоря, что у них есть. Я помню, что предыдущий от меня смылся. Вот там я вижу контейнеры ниже, до которых нам обязательно надо будет добраться, потому что там обычно что-то интересное у них. Ой, а у нас кислород не вечен, представляешь? Shift не работает, вот это плохо. Радиация, я посмотрел, у меня начала накапливаться там. То есть, как бы, это не здорово. Нам, видимо, сперва все-таки скафандр нужно. Какую-нибудь раздобыть получше. На металла не хватает, пластик. Очень много пластика. Очень много пластика. Насобирали. Там вот оно что-то мигает. Поехали посмотрим, что у нас там мигает. Обнаружен туалет. Некоторые наши клиенты очень болезненно относятся к туалетным темам, в связи с чем включен словарный фильтр, который будет заменять слово фекалии на слово радость. Ага. Понял. Ух ты, как тут много всего, кажется, представляешь? Это надо было сразу сюда лететь. Чтобы нам вместо фекалий сказали радость. Ёлки, да я понял, я застрял немножечко. Ага, инвентарь полон. Опа-па, я не успею. Поэтому надо спать. Здоровье уходит довольно стремительно. Ты должна страдать, стараться не есть, и еда может быть отравлена. И вода, и воздух, я заботиться. Угу. И вода, и воздух, она заботится. Не ешь, не пей, не дыши. Опа. Создать, замечательно. У нас появился секатор, потому что у нас появились ножницы. Мы еще можем создать один секатор, но нам нужен металл. А, не очищенный металл нам нужен, а обычный металл нам нужен. Вот так. Секатор. Давай секатор на 4 поставим. Давай пойдем поспим, потому что он не алё уже. Нам нужно здоровье хотя бы до 90 добить. Хотя в идеале, конечно, добить до конца. Потом обязательно нужно поесть. Два раза, я вижу, уже поесть надо. Обязательно нужно попить. Три раза уже. Все, мы выспались. Теперь давай поедим. И еще раз поедим. Залезем в инвентарь. А, у нас вода есть, мы можем создать. Хорошо. Пока не будем в инвентарь лазить, значит. Есть, вот. Воду мы создали. И ее мы, собственно, и используем сразу же. И пойдем в инвентарь. Используем еще одну. На эти три слота свободных мы выложим... Что мы выложим на эти слоты? Мы выложим одну батарейку, один пластик и один очищенный металл. По одному. Выпьем воду. Почему-то пей очень мало у меня. Я выпил хоть? Переложить. А, я выкинул, понятно. Я где-то выкинул воду. Вместо того, чтобы выпить. Не вижу, куда выкинул пока что. Фонарик у нас не работает. Жаль, я случайно выкинул воду. Даже не знаю, куда. Ткань взять. Да не, подушку пусть будет. Подушку пусть будет. Ладно, не суть. По инвентарю у нас, в принципе... Дрель тоже есть. Вот так вот мы сделаем. Да, к слоту 1, к слоту 2. На слот 3 мы поставим дрель. Мало ли. Сохранимся.
И у нас там, где кислород, есть еще и резина. Поэтому поехали мы. Сперва вернемся сюда. Дособираем все, что у нас там осталось. Что-то там оставалось, я не... А, кислородная свеча у нас там оставалась. У нас тут лед еще есть. Внезапно. Что очень хорошо, поскольку воды у меня уже осталось не так много. А, это разбивать, понятно. У нас тут есть туалет. Судя по количеству радости, вокруг обломки принадлежат общественному туалету лайнера. Это означает, что поблизости могут находиться крупные запасы. Отойти и взять. Предлагаю назвать его Хэммонд, хоть данный унитаз и не похож на пилотируемого робота. Угу, понято. Кислородная свеча. Инвентарь полон опять. Да ёшкин-кошкин. И дыши заканчивается. Подожди, а давай тогда мы вот так вот сделаем, да? Оп. И не заканчивается. После чего мы возьмем то, что потратили. Посмотрим, что у нас осталось. Ничего у нас не осталось. И пойдем обратно домой. Посоздаем что-нибудь. Чтобы взять этого самого хомяка. Нужно придумывать, куда выкидывать желтую воду. Чтобы у нас было место. Два металла, вода, еда. Я могу создать две еды и одну воду. Давай. Создадим две еды. И одну воду. И наконец... А, нет, не наконец, смотри-ка, ничего не поменялось. Ресурсы. Я могу создать рулон ткани. Давай, конечно. Это хоть немножко у нас освободит инвентарь. Вот. Проволока. Что же я могу из проволоки-то делать? Объекты. Контейнеры, станции. Ага. Кислородная станция. Самодельный агрегат с батарейками, вырабатывающий толщенный изоляцию. Ну, опять же, алюминий. Алюминия у нас, к сожалению, до сих пор пока что нету, поэтому это просто шлем. Не, ну это понятно. Не, создать-то из чего? Дрель. Не сильно показывает оно, для чего все это дело нужно. Вот эта вещь у нас вообще почему-то не работает. По инвентарю у нас как-то не здорово все. Но зато есть вода. Вода, которая скоро пригодится. Тут две клетки освободилось. Поэтому в них мы выложим рулон ткани, который нам не нужен совсем. Из того, что здесь есть, я могу... Ничего я не могу. Я могу повыкладывать. Я могу взять кассету, допустим. Я могу вот эту вот взять... Да, да. Выложить хотя бы одну вот эту вот радость, которая не радость, а на самом деле. Записку взять могу. Вот так. И теперь, что мы делаем? Теперь вот это вот мы выкинуть нажимаем. Вот она там лежит. Кассету мы вставляем. Да? Ты еще не умереть, это так печально. Да, 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 я в курсе. Фото. Спасибо. Другое. Подожди, я взял его? Так я же он там остался. У меня не хватило места. И я его не взял, но взял. Представляешь? У меня не хватило места, я его не взял, но взял. А я хотел сказать прекрасно, прекрасно, не печально. Мой совсем плохой язык. Да. И фото так себе. Не раскрывая тему. Видеокассеты. А, вот, реклама, господи, наконец-то. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Можно это не смотреть? Нельзя. Вот, блин. Я думал, что можно не смотреть, просто вставить кассету и все. Почему я, собственно, с них не могу вот эту вот готовую ерунду снять, я не понимаю. Вот честно, не понимаю совсем. Абсолютно не понимаю, полностью. Так, записка выкинуть. Вот. Все хорошо. Ладно, пусть будет. У нас второго пока что шкафчика нет. Вот этот у нас почему-то стенд не используется. Пей у нас заканчивается. Поэтому мы еще немножечко инвентарь себе
добавим, сохранимся, как бы, иногда надо, мало ли что. Наверное, съездим, все-таки заберем хомяка, которого мы не забрали, но забрали. Shift-а нету, вот это очень плохо. Я все время забываю про то, что нет shift-а. Все время пытаюсь его использовать, а его нету. Вот, требуется лом, я взял. Отнимает всего единичку. Давай, хомяка мы уже в конце концов отсюда предлагаю назвать возьмем. Его Хэммонд, хоть данный унитаз и не похож на пилотируемого робота. Угу. Хорошо. Это тоже можно взять, да? Да. И полетели обратно, поскольку уже, да, кислород не вечен. Лететь, к сожалению, не близко. Ну, я, по идее, успею как раз ровно-ровно. По идее, как раз ровно-ровно я успею, да. С хомяком что делать, я пока не знаю. Да, он есть у нас в инвентаре. А, мы взяли одну воду. Поэтому мы можем взять из инвентаря одну вот эту вот питательную ерунду и сделать еще одну еду. Да. Сделать еще одну еду и выложить ее обратно. Выкинуть, переложить. Нельзя переложить. Угу. Значит, мы можем кассету переложить. Вот. Вот теперь вполне неплохо. Целая строчка получилась. Хомяк. Давай его вот сюда положим. Вот. Пусть он лежит здесь. Со всеми этими ребятами. Мы пока сохранимся. Надо это делать почаще, мало ли. Я вылетов у нее не замечал, но если вдруг, будет неприятно. Это просто астероид, сюда больше летать не надо. Вот тут вот что-то есть, но это щуп, по-моему, да, достает. Добыть, да, щуп. Нет. Нет. Вот туда нам нужно, там очень много всего интересного. Вот там вот что-то летает, надо туда опять слетать. Сейчас мы быстренько затаримся кислородом. И нужно слетать туда, где вторая станция с кислородом, вот там вот внизу. Потому что там есть резина, которую мы сейчас можем пособирать. Хотя я не знаю, зачем она нужна, у нас так ее, в принципе, довольно много. Это просто какой-то обломок. Это металл, очень хорошо. Здесь мы вроде как уже ничего взять не можем, да? Здесь мы можем просто пролететь сквозь вот эту вот ерунду. Это кто-то у нас, собственно, да. Очень сильно застрявший. Опа, что-то могу взять, изучить. Крайне бесполезный предмет, но красиво замерз, что невозможно удержаться и не забрать себе в коллекцию мусора. Есть давай. Множество отличных без проблем. Про вампиров, а здесь вам это вряд ли пригодится. Ну, ладно. Что ж теперь? Значит, просто положим рядом. Кислород у нас не вечен. Нам напоминает... Ух ты! Слушай, у нас прямо под этим, оказывается, есть контейнер, который можно разбить, в которых выпадают разные вещи. Это очень хорошо. Давай мы прямо здесь... Тихо ты. Прямо здесь вот эту радость выкинем. Вот. Стой, не падай. Куда ж ты падаешь-то? Вот. Чтобы это все прямо здесь валялось. Что мы взяли еще? Мы взяли металл, но нам одного не хватает, чтобы собрать очищенный. Другое. А, ясно. Хорошо. У нас уже заканчивается вода. Она очень быстро здесь заканчивается, на удивление. Хотя, в принципе, неудивительно, потому что, как бы, космос, мерзлота, все дела. Вполне логично. Вот эта вот коробочка у нас есть. У них обычно выпадают разные вещи. Вот резина. Целых три резины. Не знаю, зачем нам целых три резины. Это просто коробка. Это уже готовый металл. Это вот еще одна коробка. А этого я раньше не находил. Надо осторожно быть, потому что нас предупреждали, что как бы такие вещи не влезай, убьет. Инвентарь полон. Ясно. Все, разбито, полетели обратно. Угу. Да, я вижу, спасибо. Хорошо. Что-то мы очень полезное, судя по всему, взяли. Так, у меня последний щуп. Привязать к слоту. Вот, не последний. Что мы полезное взяли?
Ясно. Утолщенную изоленту нам нужно сделать. Целых две утолщенных изоленты мы можем сделать, наконец-то. Взяли мы презерватив. Из него мы можем сделать кислородный шарик, нам игра подсказывает. Кислородный шарик, запас кислорода плюс 25. Давайте зададим, посмотрим, как это выглядит. Дело. Как оно нам поможет. Хотя у нас есть кислородная свеча, которая плюс 40. Я так понимаю, это как раз таки то, что можно оставлять где-то и подплывать, забирать воздух. Если я не ошибаюсь, конечно. У нас много всего там выпало. У нас немножечко освободился наконец-то инвентарь. Поэтому, в принципе, можно слетать туда, посмотреть, что у нас там еще пооставалось. Попутно взяв еще одни ножницы, которые я не заметил. Попутно что-то где-то разломав, у нас тут было, я летел. Это у нас что? Это у нас вода. Угу. Ой, это меня током долбануло. Я все-таки зацепил эту ерунду. Рулон. Доберись ты уже, господи. И здесь мы можем... Стой, вот полетел. Здесь мы можем поотрезать резину. Не можем, потому что некуда. Ясно, совсем некуда. Полностью некуда. Есть. Потрепало меня, в принципе, очень не слабо, судя по всему. Мы взяли воду. Если ты суметь взорвать свое тело, вспышка могут заметить спасатели, ты стать моя героем. Понятно, спасибо. Замечательно. Так, я взял еще ножницы, соответственно, я могу еще сделать немножечко вот этих вот секаторов. Пока этого делать не буду. Пока этого делать не буду. У нас очень-очень много всего. Я пока не нашел, куда использовать проволоку, очищенный металл и прочее. У нас вот это очень много, надо повыкидывать пока. Что я, собственно, и сделаю. Что я, собственно, и сделаю. Выкинуть, выкинуть. Вот, у нас освобождается очень много инвентаря. Вот там у нас потрясающий запас. Теперь. Аккуратный, на самом деле. На удивление. Я думал, честно говоря, это все попадает дело, и... Но нет. Все вполне нормально. Я почему-то опять лечу там, где нету того, что я хотел собрать. Мне же попадалась какая-то еда. Опа. Какая-то еда мне попадалась. И я сейчас лечу, опять ничего этого нет. Опасность обледенения. Спасибо, я понял. Ток у нас уже закончился. Стой. Да забирай ты. Хорошо. Хорошо. Все, да? Я не знаю, почему опасность обледенения. Я вроде ничего не нарушал. Кислород не вечен, то я вижу. Блин, почему я сегодня дрель беру? Привычнее просто, наверное. Давай сразу из резины сделаем изоленту, наверное. Поскольку нам больше никуда, я так понимаю, резина не нужна, да? Рулон. Краска. Алюминий. Да. Чисто резина нам никуда не нужна. Дрель мы можем еще одну сделать, но она нам незачем пока. Щуп. Нам нужен алюминий. Металл. Металл. Проволока. А, вот в ножницах хотя бы нам проволока нужна. Хорошо, предметы. Кислородный генератор, по большому счету. Вывернутая наизнанку батарейка с довольно сложным узором из изоленты. Все это в красивом корпусе и с красивым названием. Можно гордиться и пихать это в кислородные станции. Да, ну давай попробуем. Создадим эту радость. Посмотрим, что это такое. Я понял, спасибо, я это уже прочитал. Где он? Вот он. Давай, наверное, почитаем сообщение. Детка, другое. Команда спасателей. Внимание, выживший. С ближайшей точки эвакуации зава... А, понятно. Спасибо. Замечательно. Снаряжение. Предметы. Кислородный генератор. Вот.
сменный генератор для запуска реакции гидролиза на установленной кислородной станции. Как получилось собрать, непонятно, но работает. Греется, правда, и живет недолго, но при своевременной замене на станции позволяет дышать, что само по себе бесценно. Восстановление запаса кислорода на кислородной станции. Подожди, а где у нас кислородная станция? Я пока не сильно понимаю, чего от нас хотят, на самом деле. Кислородный шарик, вот я вижу. Увеличивает запас кислорода. А, в кислородной станции, судя по всему, да? Судя по всему, в кислородной станции. Потому что вот эта вот фигня у нас была, ну вот она. Ресурсы. Угу. Объекты станции. Кислородная станция. А, вот это как раз таки то, что нам нужно. Кислородная станция, благодаря которой мы можем чуть дальше куда-то долететь. Ясно. Я не знаю, зачем мне сейчас это дело в инвентаре. Ладно, пусть будет. Давай все же долетим туда вниз, где кислород. Вот этот вот второй. Сперва посмотрим, что здесь интересно еще осталось. По-моему, ничего уже здесь не осталось. Вот это только добыть, да? Алюминий. Требуется дрель. О, вот и все. Алюминий, смотри-ка. Все, алюминия нет. О, отлично. Наконец-то алюминий. Представляешь, он, оказывается, рядом совсем был, я просто не заметил. Это значит, что мы можем попробовать скрафтить себе наконец-то что-то там у нас с алюминием было. Это у нас куда-то пожарники спешат. Так. Свинцовая краска, алюминий 4. Еще один алюминий. А, свинцовая краска. У меня все равно свинцовой краски нет. Ёшкин-кошкин. Это плохо. Это плохо. Давай тогда скрафтим изоленту одну, чтобы у нас больше в инвентаре было места. Да, наверное, две изоленты скрафтим, да? Вот, композитные это у нас батарейки, объекты это у нас пока ничего полезного. Хорошо. Потихоньку появляется смысл. Осталось найти свинцовую краску где-то. И попробовать собрать хотя бы что-то, потому что очень это все немножко напрягает дело. Тем, что непонятно, что именно где собирать. С этим мы сделать ничего не можем. Абсолютно. Пособирать мы тут уже все пособирали. Вот это здесь штука. Тут мы вроде как тоже все пособирали, правда? Это просто застывшая жижа какая-то. Здесь вот мы можем восполнить кислород. Да, здесь вот мы можем... Нет, нет, не дрель. Ну что ж ты дрель-то все время берешь? Добывать резину. Не знаю, зачем у нас резины очень много. Здесь у нас что-то, какой-то ток. Электричество. И что? И что это было и зачем это было? Что-то... Дырка в резине. И что? И что мы с этой дыркой в резине можем сделать? Ничего мы не можем сделать. Опустевшие залежи, и что? Зачем нам это показывать, непонятно. Зачем над курицей издеваются, тоже непонятно. Вроде все пособирали, да? Теперь можно прямо здесь сохраниться. И попробовать слетать куда-нибудь, допустим, вот туда. Я понимаю, что вот это вряд ли получится. Но там много всего, судя по всему, интересного. Кислородные свечи у меня есть. Пока что. Я могу их крафтить. Я могу их насобирать, судя по всему. Тут у нас тут опять летает. Похоже на почтовый челнок. Наверняка он перевозил множество бесполезных вещей, большую часть которых украли еще до погрузки. Ясно. Трусы. Потрясающе. Спортивные трусы самой модной расцветки для больших парней. Зачем Понятно. Вам трусы, если есть такой красивый скафандр с таким умным мной? Ясно. Очень полезно. Дыши, да? Дыши, 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 дыши. Где дыши? Где свеча? Использовать.
Хорошо, что можно включить меню. Нет, дыши идет все равно. Ё-моё, надо быстрее. Надо быстрее, дыши идет все равно. Так, по инвентарю у меня очень мало места. Разбить ничего не выпало. Что-то выпало. Как темно, ничего не видно, а? А, это вот это посылки, да? Да! Это вот это посылки, это я здесь могу что-то себе попробовать интересное добыть. Чемодан взять. Инвентарь полный, ё-моё. Давай используем вот это. Давай используем вот это. Есть, мы взяли чемодан. Что-то нам взять? Игра предложила. Полетели скорее туда. Ух ты, ну что-то красивое такое, да? А, и нам туда и надо, представляешь? Ничего себе. Мы как раз успеем вернуться. У нас, в принципе, еще останется время. Я не знаю, зачем мы взяли чемодан. Сейчас мы вернемся сюда, где кислород, и посмотрим, что это такое вообще и зачем это нужно. Это взять нельзя, я уже смотрел. Да-да, как раз прилетели. Хорошо, стой. Куда-то полетел, стой. Так, чемодан. Вместительный туристический чемодан, имеющийся у каждого пассажира. Чемодан не имеет внутренних отделений, надежных замков, колесиков, выдвижной ручки и конкурентов. Использовать. Хорошо, и что? Установить. Понял, давай сохранимся, посмотрим как это. Мало ли забрать не смогу. Открыть. Ага. Ясно. Ясно. Переложить, 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 переложить. Как-то так. Хорошо. Пусть пока у нас вот это будет, я съем, потому что голод уже у товарища наступает. Я сохранюсь, поскольку его можно снова взять. Его можно снова взять. Я не знаю, куда мы полетим. Отсюда? Попробуем слетать туда, опять же. Потому что свеча еще одна осталась. Я думаю, вряд ли мы насобираем там что-то интересное. Теперь. Ну, если учесть, что чемодан все-таки был. Попробовать стоит. Я до сих пор не понял, где брать свинцовую краску. Да стой ты. Мы взяли ножницы, мы взяли... В принципе, ничего особо интересного мы не взяли. Опа, мы взяли много воды. Мы взяли лампочку. Свеча у нас... Я выкинул. Случайно еще и не использовал. Мы как раз, по идее, должны успеть разбить вот этот чемодан. Последний, да? Нет, не последний. Ой, ладно, все, полетели, потому что не успеем. Взяли лампочку, не знаю зачем. Мы, по идее, сюда-то не успеем сейчас. Да я понял. Я туда-то хоть лечу. Семь. Чуть-чуть не успеем. Совсем чуть-чуть. Поэтому надо лететь спать. Опа. Хорошо. Так, что у нас? У нас вода заканчивается, поэтому используем. Мы взяли лампочку. Хорошо. Теперь полетели обратно. Посмотрим, что из нее можно сделать. По каким? И что? Поступает, и что дальше? Что ты мне предлагаешь сделать? Ты мне к чему это сказал? Я не всегда понимаю информацию. Поврежденный сканер двери. Можно просканировать сканер сканером, чтобы занести данные сканирования повреждений сканера в систему защиты сканера сканером для экстренной разгерметизации отсека. Необходим сканер. Я использовал слово сканер 8 раз. Чего? Ясно. Самое главное, что мы должны были понять из этого монолога, что он использовал слово «сканер» 8 раз. Больше, в принципе, ни для чего он не предназначался. Где у нас... А! Я чуть не заблудился, представляешь?
У нас очень много объектов, я немножко между них начинаю стеряться, потому что слишком много всего. Металл у нас появляется снова. Это очень радует. Так, давай посмотрим, что мы можем сделать с помощью лампочки. Если мы, конечно, что-то сможем с помощью нее сделать. У нас появился чемодан, который мы можем, в принципе, скрафтить себе, оказывается, из очищенного металла. Это очень хорошо. Давай скрафтим себе чемодан еще один. Почему бы, собственно, и нет? Тут у нас кто-то поехал. Привяжем его к слоту 1. И установим куда-нибудь вот сюда, допустим. Вот сюда куда-нибудь мы установим его. Мне кажется, очень хорошее место. Вот. Теперь мы можем его открыть. И выкинуть туда кучу пластика, который нам не нужен абсолютно. Кучу металла. Кучу лампочек, непонятно зачем, которые мы взяли. Вот это вот всю радость. Пока точно нужно выкинуть. Вот это тоже. Кислородный генератор мы взяли еще один. Хорошо, пусть будет. Рулон, да, резину тоже выкидываем. Привязан к слоту 1. Все. Теперь давай поспим, потому что здоровье как бы немножечко ушло. Благодаря тому, что я немножечко зацепил энергию и немножечко не успел долететь. Совсем капельку. Самую-самую малость. Здоровье у нас почти восстановилось. Здоровье у нас восстановилось. Теперь мы можем поесть. Теперь мы можем попить. Теперь мы можем сохраниться. Сохранилось. И на этом завершить эту серию. Спасибо, что смотрел. Подпишись, поставь лайк, напиши какой-нибудь комментарий. Обязательно нажимай на колокольчик, походи по плейлистам, посмотри другие видео. Спасибо, что смотрел. Всего хорошего.